Зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов провел прием граждан в Кубинке совместно с начальником территориального управления Евгением Степаненко. Вопросы, поступившие от заявителей, касались обслуживания и содержания дорог, улиц и дворов, организации заезда к строящемуся объекту, благоустройства парковочной зоны, а также оказания помощи в решении вопросов задолженности по ЖКХ и устранении последствий стихийного бедствия.